Российские войска снова атаковали Одесскую область шахедами. Местные власти сообщают, что вспыхнул пожар, повреждены зернохранилища. В командовании воздушных сил ВСУ сообщили, что силы украинской ПВО сбили 9 беспилотников в Одесской области. Румынская пресса пишет, что звуки взрывов доносились до Тулчи. Тревога была объявлена в Измаиле за 2 часа до взрывов. По данным областной военной администрации, украинские силы сбили 9 беспилотников «Шахед». Однако некоторые обломки упали на склад зерна и причинили материальный ущерб. К счастью, никто не пострадал. Порты на Дунае стали играть важную роль в экспорте украинской пшеницы после того, как Россия отказалась продлить соглашение об экспорте черноморского зерна. Драматическая ситуация сложилась в Сумской области, где беспилотник атаковал школу. По данным местных властей, 4 сотрудников погибли и 3 получили ранения. В Херсоне в результате взрывов пострадали 6 мирных жителей. Тем временем Минобороны России заявила, что украинские войска снова атаковали Москву беспилотниками. По их информации, дронов было 3. 2 из них были сбиты под Москвой, 3-й был подавлен, но опять попал в Москва-Сити. Ну, кстати, прям совсем рядом с домом тут попал. Тем временем в российских оппозиционных СМИ появилась информация о том, что российского генерала Суровикина сняли с должности командующего воздушно-космическими силами. Суровикин не появлялся на публике с 24 июня, когда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа. Кремль эту информацию не подтвердил.